прошло совсем немного времени со дня выхода замечательной игры Need for Speed. И вот совсем недавно фирма Electronic Arts выпустила ее продолжение Need for Speed 2. Зато дает возможность пронестись на бешеной скорости по самым живописным трассам за рулем шикарного спортивного лимузина. Игра практически во всем доведена до совершенства. Прекрасная SVGA-графика, полнометражное видео, хороший звук и динамичная музыка. Разнообразие трасс и автомобилей, возможность играть не только с компьютерными оппонентами, но и по сети или через модем. Что-то изменилось по сравнению с первой частью. Во-первых, трассы пролегают теперь не только по территории Соединенных Штатов, а по всему миру. В тундре, на Тихоокеанских островах, в джунглях. Во-вторых, в игре наряду с режимом симулятора имеется режим аркады. А это значит, что за рулем своего автомобиля вы можете и похулиганить. Ну, конечно, новая игра, новые требования к системе. Минимально они таковы. Процессор Pentium 90, 16 мегабайт оперативной памяти и видеокарта, поддерживающая формат Direct 3.0.